Я хочу к вам еще вернуться. Надеюсь, новым фильмом, который я начну снимать, наверное, к концу года, когда деньги соберу. Вот, если вопросы есть, я, ну, у нас мало времени, меня предупредили, но короткий вопрос, короткий ответ. Да. Да, это я. Да, давай. А? Как? Снег? Снег? Ну, снег проще, чем воду. Это проще. Это мы брали соль и, в общем... Ну, если ты захочешь снимать, потом я тебе расскажу. Ну, не дай бог. Да, давай. Нет, нет вопросов. Так. Да. Нет, тут так получилось, что у черной няни белый ребенок, а у белой медведицы черные медвежата. Это получилось на интуитивном уровне просто. Так, давай свой вопрос. Так, подожди. Подожди, не дай выслушаю. Конечно, приснилась. Конечно, она перепугалась, стала храпеть. Так, давай свой вопрос. Покупали, покупали, покупали. Так, если у вас вопросов нет, большое спасибо, что... Огромное спасибо вам. Сейчас я поеду к моим родственникам, которые здесь сидят, вот, и продолжу как бы творческий вечер уже в семейной обстановке. Я к вам еще приеду. Мне у вас понравилось. Спасибо.